расскажи, пожалуйста, сказку. В некотором царстве, в 39-м государстве, за горами, за морями, где шумят леса, где течет река, была деревенька когда-то Майга. Жил в ней царь Николай, но не правил он страной, лишь семьей своей родной. А в семье жена, две дочки, и пора поставить точки. Но не думал царь смириться, жить без сына не годится. Анна молвила в ответ: да ведь мне уж 40 лет, супротив и тишь не стало. И вот осень настала, Анна сына Петра родила. А что же Петь? Рос наш Петя, подрастал, с ребятишками играл, грибы да ягоды в лесу собирал. Кот ученый заходил, сказки Пете сказывал, да судьбу предсказывал. Быть учителем Петру, довести историю. А дальше что? Петя жил в такое время, что свали такое бремя на сегодняшних ребят, те же сразу запищат. А были тогда на земле советской чудо-юдо колхозные. Люди на них работали, а деньги им не давали, лишь трудодни считали. Как же папа, они конфеты покупали? Да так, подкараулит ребятишки курицу на насесте, а как та яйцо снесет, хвать его и в магазин несут. На эти деньги и покупали себе сладости. День за днем идет мелькая, и Петруша, подрастая, на колхоз работать стал. Силы наконец обтал. В школу он ходил, конечно, и учился там успешно. Начальная школа за речкой была. Стояла она на окраине села. 3 класса Петя в ней проучился и с домом родным простился. В село Гришкино перебрался, у тетки жить остался, приезжал на выходных навестить своих родных. Класс 9 и 10 жил он в школе-интернате, что в селе под городом, далеко за домом. 10 лет так пролетело, безмятежно и смешно. Оглянуться не успел он, детство от него ушло. Вырос Петя, возмужал, да красавцем каким стал. Дома Пете не сидится, и решил, пойду учиться. С отче домом он простился, отцу в ноги поклонился, тот его благословил, путь дорогу снарядил, на коня Петро забрался и куда-то вдали умчался. Долго ль нет, он так скакал, город за рекой увидал. Вот через окон перебрался и учиться там остался. Прекрасных лет, пора учебы, стоит у финишной черты. Педучилище мелькнули годы, и вот сбываются мечты. Только что же Петр не весел, что головушку повесил? Скучно что-то одному, надо бы найти жену. Дайте кто-нибудь совету, где искать ее по свету? Петр затылок почесал, лук и стрелы в руки взял, натянул он тетиву, в небо выпустил стрелу. Пусть летит стрела туда, где живет любовь моя. Всюду он стрелу искал, в селе дальнем побывал. Вот прошел, как сон пустой, Петр все же холостой. Долг путь его лежал, но однажды утром ранним град столичный увидал. В Томск вошел он, огляделся, как налево повернул, терем перед ним явился, белокамен и могуч, учится в нем 100 душ. Здесь же Петр учиться стал, здесь девицу увидал. Обойди хоть 3 версты, не найдешь такой красы. У окна она сидела, да на улицу глядела, добродушна, весела, верою звалась она. Может, разум помутился, только Петр вмиг влюбился. Свадьбу у Гришкина сыграли, да в Колпашево умчали. Стали жить там поживать, да добро наживать. Лариса дочка родилась, девочка смеющаяся с фото. А отец опять задумал что-то. Подрастают ребята, купили участок, построили дом, а пока все идет чередом.